со счетом 2-1 победу одержал Яровой Тагнай, красный угол. Проходит 8-й турнир. Всеукраинский турнир в памяти тренера Леонида Павловича Штыки. На этом турнире у нас присутствует, участвуют, принимают, да, около 100 человек, 98 участников. Вот. У нас география очень широкая. Приехали Умань, Тальне, Киевская область, Черкасская область. Белая церковь выставила 5 клубов, которые есть у нас в городе, и все принимают участие в этих соревнованиях. Мы видим, что возросшее мастерство и наших боксеров белоцерковских, да, ну и гости тоже приехали, ребята, которые подготовленные. Вот. Турнир этот является отборочным к чемпионату Украины. Хочу отметить, да, самое главное, да, этот турнир стал для того, чтобы он состоялся, да, это приняли, как говорится, большое участие, чтобы турнир состоялся, это Игорь Гейло, воспитанник Леонида Павловича Штыки. Игорь Гейло и финансово, и материально, и морально, да, этот турнир, как говорится, продолжает, и он будет продолжаться. Хочу отметить еще Александра Кривенду, который тоже, как говорится, ну, материально помогает этому турниру. Он тоже был воспитанником тренера Штыки. Вот. И все ребята, которые тренировались у Леонида Павловича Штыки, да, все его помнят. Обязательно на кладбище мы сегодня после турнира съездим. Да. Ну и готовы этот турнир продолжать. Хотів би поздоровити всіх з Миколая, з Новим роком. Цей турнір у нас проходить, дитячий, юнацький турнір, 8-й пам'яті тренера Леоніда Павловича Штыка. Хотів би відмітити те, що на сьогоднішній день, коли всі погляди і напрямки людей направлені на схід, наші вихованці, друзі допомагають проводити турнір, щоб виховували молодих дітей, які були готові захищати нашу Україну. Я хотів би подякувати за це народному депутату Марченку Олександру Олександровичу, голові адміністрації, маршалку Вадиму та небайдужим вихованцям і друзям, таких як Рома Банковський, Юра Фіцев, Анатолій Шульгай, яким в сьогоднішній час, дуже тяжкий час, вносять ці гроші дітей. І знаємо одне, що ці діти, які проводять перші бої, які отримують подарки, нагороди, доходять до дітей. Там больше ударов было. Воспитанник тренера Леонида Павловича Штыки.